Всем привет, добро пожаловать на канал Понлайн. И сегодня будет видео о подарках, которые получил мой сын на свой первый день рождения на годик. Надеюсь, это видео будет для вас интересно и самое главное полезное. И давайте начнем. Первый подарок, который получил мой сын, был от наших бабушки с дедушкой, от свекрови со свекром, от моих. Это был набор, который называется «Ферма». Это куча машинок на тематику фермы, разных таких интересных. Они все крутятся, ездят, здесь все открывается. К ним можно присоединять тележки и перевозить все что угодно, да. И в наборе также были фигурки достаточно большого размера, ребенок их не может проглотить, из такого приятного пластика, даже я бы сказала, он такой мягенький очень. Этих животных можно спокойно, например, перевозить в этой машинке. Также в этом наборе был вот такой загончик, животных можно ставить в загончик. Все фигурки достаточно большие, ребенок их не может проглотить, даже при всем желании. Как же не обойдется без людей? Здесь вот такие маленькие копии двух фермеров, их всех можно посадить за руль. Эта игрушка нам понравилась тем, что можно много сюжетов придумать, ребенок будет сидеть вместе с вами, он сам катает эти машинки, животных ставит куда ему нравится, он их за руль сажает, и людей за забор ставил, ну как бы, ладно. И на таких примитивных примерах мы ему рассказываем про там каких-то там, вот, например, коза, чем вообще занимаются фермеры. Я считаю, что такие вот наборы из хорошего качественного пластика, с кучей деталей, больших деталей, которые невозможно проглотить, интересно ребенку в год. Также нам подарили несколько сортеров, вот такой домик и два стандартных обычных сортера. Про это расскажу попозже. Домик у нас зашел на ура, здесь три вида игрушек, которые можно сюда класть. Сам домик мягкий, но он не теряет своей формы, поэтому он всегда стоит. Его можно кидать, бросать, все что угодно с ним делать. Также его можно носить. Ребенок этим активно занимается, перетаскивает этот домик. Здесь есть много разных таких вот штучек. Он разноцветный, очень привлекает к себе внимание. И так как у нас стоит он на ковре, он... его тяжело сдвинуть, поэтому ребенок намного усидчивее там играется с игрушками, и ему тяжеловато изнутри доставать их, поэтому игра не заканчивается на том, что он просто берет, открывает какое-то окошко и пытается там все достать. По назначению сорта использовать. Значит, как я и сказала, здесь три вида игрушек. Вот такие мягенькие, они тоже все разные абсолютно. Для них сделаны окна побольше. Но, в принципе, они все могут влезть не обязательно в свою форму, то есть в любые они могут влезть. Также вот такие пластиковые, тоже разные формы. Кстати, с помощью них можно ребенку объяснять, что это вот квадрат, треугольник и так далее. Третий вид, который я сейчас вам не могу показать, но они предназначаются для того, чтобы именно вот сюда в пластиковую часть их класть. Такие маленькие стандартные объемные фигуры из такого приятного пластика. В принципе, их интереснее всего, потому что их сложнее всего класть сюда, но ребенок у меня дольше всего именно с ними играется. Но вот сейчас куда-то их дел, не знаю, у нас помимо этих игрушек в домике чего только он не кладет. И два сортера, которых мы еще не открывали, они такие более стандартные, но мне кажется, они немножечко на побольше возраст, потому что здесь больше фигур, намного сложнее с ними играть. Здесь еще сами вот эти кубы тоже разбираются. Поэтому, пока мы их не открываем, сейчас мне первая волна интереса у Кирилла пройдет. И когда игрушками он насытится, я ему открою вот эти двое. Также нам подарили вот такой руль от Чика. Он полностью повторяет обычный руль. Он выключился. У него есть ключ. Можно также завести машину. Он крутится. И самое интересное, что его можно повесить на коляску. И даже, я думаю, можно как-то приспособить перед автокреслом. То есть для меня это отличная идея, особенно насчет автокресла. То, что и ребенок тоже сможет спокойно рулить. И то, что сама платформа остается неподвижная, а руль при этом крутится. Эта игрушка у нас менее популярна, чем, например, сортер, но все равно вызывает интерес. Особенно, если я ее на пару дней уберу, вытаскиваю, он с ним играется. И уже понимает, что это от машины, что машина там издает определенный звук. Мы с мужем подарили вот такого вот слона. Он у нас, кстати, не особо зашел, поэтому не советую такую игрушку. У нас Кирилл любит все толкать и таскать, но именно этот слон как-то у него не особо пошел. Фишка его в том, что к нему прилагались вот такие мячики, и либо наезжая на них, да, там он их выплевывает, либо их можно самим вот сюда запихивать. Короче говоря, основное его предназначение, чтобы он
выплевывал вот эти шарики. Но, как я и сказала, интерес особо прям у Кирилла он не вызвал. Играется он с ним, либо есть, когда конкуренция, чтобы другой ребенок подходил с ним игрался, либо когда совсем уже ему все игрушки надоели, он так чуть-чуть, и то он немножко не по назначению с ним играет, он пытается на него сесть и так далее. Самый популярный подарок для Кирилла стал, это вот такая машина. Нам подарили их 3 штуки, поэтому мы их развезли по всем бабушкам. Конкретно про эту машину я хочу сказать, что вот такая машина — это самый выгодный подарок для этого возраста, потому что, во-первых, ребенок ее толкает, эту игрушку. У меня ребенок лично садится на него, понимает, что надо отталкиваться, ездить. Я его сама могу толкать. Здесь есть багажничек. Разные звуки она издает. И также у меня он подходит, нажимает на кнопочку и начинает танцевать вот так. Много разных вариантов, как с ней играть. Ребенку очень нравится. Даже в такой маленькой квартире, как у нас, эта игрушка у нас просто незаменима. Ну, единственное, надо созвониться и спросить, кто что будет дарить, потому что у нас их оказалось 3. Также Кирюхе подарили вот такой бизиборд. Я его собиралась сама делать, но, к счастью, нам его подарили. Мне он очень нравится. Здесь куча всего того, что так интересует Кирилла, особенно розетка. Здесь вот, видите, все это можно делать, выключатели, колесики, щеточка и так далее. Что мне в нем нравится? Во-первых, судя по моему ребенку и по детям, которые были на дне рождения, они настолько с ним долго играли, видите, здесь уже скотч и так далее, они его разломали почти сразу же, вот, например, вот эту вот, да, штучку. Плюс вы можете, в принципе, самим сделать такую игрушку. И что еще? Здесь есть и примитивные, да, там, такие как звоночек и так далее. Есть какие-то фигурки, которые рассчитаны на возраст постарше. То есть, например, да, там ключи, замочек с ключиком. Ребенок в год точно этого не откроет, но попозже может этим заняться. Также здесь вот щеколды есть и так далее. Игрушка на долгое время. Если ее, вот он сейчас с ней наиграется, я ее уберу на какое-то время, потом достану, и он, конечно, найдет новое применение. Один еще подарок, который к нам еще не доехал, но нам его уже озвучили. Нам подарят такие санки для зимы. Фотографию я вставлю в виде панды, то есть санки, и будет на них сиденье утепленное, да, там с чехлом и так далее, как коляска, только на санках. Здесь, что эта зима нас не подведет и будет снег, мы их будем использовать по назначению. Это были все игрушки, которые получил мой сын на свой первый день рождения, на свой годик. Надеюсь, вам видео было интересно и полезно, самое главное. Большое спасибо вам за просмотр, здоровья вам и вашим деткам, и до новых моих видео. Пока!